Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net, Unit 4, секция 1, упражнение 6. Imagine that you are one of the Russian students. Tell the correspondent your impressions about one of the sites of London you have visited already. Представьте, что вы один из той группы российских учеников. Расскажите корреспонденту о ваших впечатлениях от одной из лондонских достопримечательностей, которую вы уже видели. Use. Используйте. Have a great time in London. Хорошо проводить время в Лондоне. Like most of all. Понравилось больше всего. Unforgettable place, view, time. Незабываемое место, вид, время. Be famous for. Быть известным чем-то. Learn about history. Узнать о истории. Buy some souvenirs. Купить сувениры. Take photo of. Сфотографировать что-то. Admire the place. Восхищаться местом. It was great. Or it was fantastic. Это было великолепно или это было фантастично. Окей, исправили опечатки в слове фантастично. Переходим непосредственно к составлению текста. Текст будет состоять из нескольких предложений, в которых мы отразим свое впечатление о какой-то лондонской достопримечательности. Together with Jess and other English classmates, we are having a good time in London. We have already visited many places of interest in London. I like the London Eye most of all. There we had an unforgettable bird's eye view of London. I took lots of photos and have already sent them to my relatives. While going on excursions around the city, we learned interesting facts from English history, bought some souvenirs and admired the capital of Great Britain. It was great. Переведем. Вместе с Джесс и другими британскими одноклассниками мы отлично проводим время в Лондоне. Мы уже побывали во многих местах. Больше всего мне понравилось лондонское колесо обозрения. Оттуда нам представился незабываемый вид Лондона с высоты птичьего полета. Я сделала много фотографий и уже отправила их родственникам. Во время экскурсии по городу мы узнали интересные факты из истории Англии, купили сувениры и восхищались столицей Великобритании. Это было замечательно. Окей, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.